მოგესალმები, ჩემო საყვარელო ბათუმელებო, ჩემო აჭარელო ხალხო, ჩემო ლამაზო ხალხო, ახალი წლის დღეებია, მიყვარხართ ყველა და ხა ჩემი საავტორო გადაცემა მოგეხსენებათ ესეთი სახელი შენ ჩემო ბათუმო. შენ ჩემო ბათუმო, იმიტომ რომ მე ბათუმი სიგიჟებდა მიყვარს, ბათუმი ჩემი მეორე ქალაქია, ბათუმი ის ქალაქია, სადაც მე ვიზდებოდი. Сейчас в чем я мамико его школы директори, Ркинизде школы директори, Басковта школы, да сейчас мы залиям бевры, сихарули да сихарули выставле, ам халхизган, батумели халхизган, да сайту тачарли халхизган. Да с чем есть у Мария Русуленовани, поэти, чем мегобари уахлоеси, Тарьян Цварадзе, Ромельмац, тавизи поэзиит, эсеги, Габрцхина, ქართული რუსულენოვანი პოეზია და ამავე დროს შემოკარგებო, მინდა გითხრათ, რომ აჭარა უნდა ამაყობდეს იმით, რომ ამ დონის რუსულენოვანი პოეტი დაუბრუნდა თავის სამშობლოს. იგი წლების მანძილზე ცხოვრობდა სხვადასხვა ქვეყნებში, რუსეთში, საბერძნეთში და რა ვიცი, მრავალ ქვეყნებში იყო ცხოვრობდა და მაინც ვერ მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი ჰქონდა იქ თავსაყრელად, მიატოვა ყველაფერი და ჩამოვიდა თავის მიწა-წყალზე. Დასახლდა იქ, სადაც მისი სულია, მისი გულია, მისი ხორცია, მისი საძვალეებია, მისი ოჯახის და ცხოვრობს დღეს ბათუმში და ცხოვრობს აჭარელი ხალხის ცხოვრებით, სიყვარულით არის მათ მიმართ გამშალული და ეს კაცი იძახის, რომ მე ბათუმით სუნთქავ, ბათუმით ვიღვიძებ, ბათუმით ვიძინებ, ბათუმის მზე მათრობს, მათმობს და ჩემი ცხოვრება არის ბათუმი და ტარიელ ცვარაძე, ტარიელ ცვარაძე და ბათუმი. Уважаемые друзья, уважаемые зрители, сегодня у нас в гостях великолепный поэт грузии, русскоязычный поэт, который своей поэзией осветил грузинскую поэзию. Я могу сказать честно, что я рад, что он мой близкий друг, что он из тех людей, которым я горжусь. И что я сам прозаик, иногда пишу и стихотворения, я грузинскоязычный прозаик, и я скажу честно, что я сам пишу всегда и стихотворения, но никогда не говорю, что я поэт. Но я человек, который очень любит поэзию, начиная с Мандельштама, Блока, Марина Цветаева, Анна Ахматова, Пушкина, Лермонта. Для меня русская поэзия – это все. И я всегда говорю, что русская литература – это как колыбель мировой литературы. Для меня Чехов, Достоевский, Толстой – это все. И, разумеется, я рад, и я в восторге от того, что у меня есть такой друг, который может писать русскую поэзию на русском. В Грузии созданную русскую поэзию, которая дышит вот теми великими поэтами, которым весь мир всегда будет хвастаться тем, что у них были такие люди. И я желаю тебе, мой Тарьел, дорогой, чтобы каждый днем ты впереди шел, и это так и есть. Ты приехал, никто тебя не знал сперва. Потом кое-кто узнал. Потом узнал один из самых лучших поэтов Грузии и Аджарии одновременно, Вахтанг Лонтый, который, прочитая твои произведения, сказал всем, что люди, радуйтесь, у нас есть величайший поэт, который приехал в Аджарию и поселился здесь и хочет жить в Грузии. Такой есть Тарьел Цварадзе, прочитайте его произведение, если вы скажете, что это тот поэт, который достоин тому, что был среди первых, тогда я буду рад. А если нет, значит, я неправильно что-то прочитал. Но вышло так, что мнения всех совпались, и слезами, без слез твои произведения, если он человек, если он душевный, не может прочитать. Мой дорогой Тарьел, вот сегодня в гостях еще ваш друг, из Москвы, который приехал со своим другом вместе с оператором, и режиссер, и оператор приехали, снимают о тебе
документальный фильм, который будут показывать в Москве и вообще в России. И я рад тому, что твоя поэзия настолько уже осенила все, что видишь, из Москвы уже приехали. Я знаю, что тебя в прошлом году пригласили в Бельгию. Да. Правильно? Позапрошлым. Позапрошлым. Ты там взял первое место. Я знаю, что еще в разных странах тебя приглашают, и твоя поэзия уже на том уровне, что тебе уже, ты только думаешь о том, что как успеть, в какое государство, в какое время приехать и прочитать твои стихотворения. Мой дорогой друг, спасибо вам, что приехали, вы не ошиблись. Знаете, что такое поэзия? Поэзия – это слово, которая вместе с музыкой все это. Поэзия – это музыка, а музыка тоже есть поэзия, правильно? И что самое главное, можно быть поэтичным, можно быть музыкальным, можно быть большим поэтом, но что было совместно, то, что ты большой мужик, настоящий мужик, мужчина, и одновременно ты поэт, это изредка бывает. Вот сегодня тот случай, когда совпадает человеческие мужские достоинства с величайшей поэзией. Тарелла Цварадзе. Будьте любезны, Тарелла, давайте сейчас я прошу вас, чтобы несколько стихотворений нам прочитали, поприветствовали наш батумских жителей, пожелали им новый, прекрасный Новый год и так далее, и так далее. Моге салмебе, цвитбасу, батум лебо, гилоцал дамдек, ахал цезда, Сачукзе сахет, гачукет, рамденеме лекс. Царь Русула, дахла бевры ицис, укрыш, мешвиди царь, батовши цхору. Бевры маицис, но Русула новани ва. Поэт язык не выбирает, ему его дарует Бог. Правильно. Ябехла, эртик Алексей Мак, вахо глонзе, да царь, и дам. Давай про вахо, будь любезен, давай про вахо. Когда молчать нельзя уже, а расставаться вроде рано, душа откроется душе на дне десятого стакана. Сейчас исповедальня здесь, в прокуренной батумской хашной, отсюда шаг лишь до небес, а остальное и не важно. Мы выдохнем свои стихи, на скатерть бросим жизни повесть, и даже мелкие грехи не даст укрыть сегодня совесть. Она от призрачных утех ушла и села тут же рядом, и по щеке слеза свой смех от ею брошенного взгляда. Не увильнуть и не солгать, и все кривляния неуместны. Сегодня, видимо, печать поставил ангел тут небесный. Хом. Далек Алексей. Душевный Алексей. Душевный. Ай, да, цекутали, чем с вахом сисиху. Хо, ехала из этой лекции, да, цели ряд батыр, ори сами цели сука. Луна касалась зедазени. Перед дождем метался стриж, кресты с церквей бросали тени на черепицу старых крыш. Вдали угадывался джуар. Под ним, как прежде, две реки, а рагви слева, справа тквари, в саду мерцали светляки. Играл янтарным цветом виски, искрилось красное вино, висело небо очень низко, и звезды сыпались в окно. Шаги из ночи вышли двое, как призраки возникли вдруг, и не хватало только воя, чтобы почувствовать испуг. Один держал поднос хинкали, другой нес блюдо шашлыков. Не отвертеться от реалий, мы под грузинским колпаком. Застолье расслабляет быстро поэтов, жуликов, врачей. И вот уже шансон со свистом, бессмысленность пустых речей о вере в Бога, бедах геев, о хитрых происках Кремля, о всемогуществе евреев, о том, что суки у руля. И так полночи пили, ели. Но разве в этом жизни суть? И мы к стене светить сховели, решили все-таки рвануть. Сверкал колосс в лучах подсветки, но только портилось уже то, что какой-то Колька Светке на фреске передал привет. Луна ушла, и утром цхету залила солнечным теплом. Хирург-политик, два поэта похмелье провели вином. Браво, браво. Расскажи мне, беседка бульварная, с легкой грустью в прокуренном голосе,
Про свой город, где улицы главные, переулочек лишь в мегаполисе, где вдыхают приезжие лапочки, сладко-приторный запах магнолии. Мама с папой тогда им до лампочки, институты работы тем более. И про то, как, причалив на лодочках, закрепив канаты швартовые, отправлялись известной походочкой пивзаводу ребята портовые. Разливное ставридкой копченая, за копейки считай, что бесплатная, а в кармане колода крапленая и мелодия в парке эстрадная. В нашей памяти юность бедовая будоражит беседку бульварную и ту первую куртку джинсовую. Вспоминает, как вещь антикварная. Браво, 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 браво. Это мы добрунды сагартылыши, а ну батурши, вицавихиды, цваны концы, да, мандавашели сахли, да. И кей помнит холме сул. Ай, дрос батарэмди, да. Хода, из мандарины пимконда, да, ахла, сезоны рюмови дода, да, гарцвицу де сацами, хуан дэния. Без мандар. Я купил себе землю, не планету, конечно, а на склоне у моря небольшой уголок, где растут мандарины, уже целую вечность в изумрудной листве яркой охры мазок. Их так много, что ветки опустились в поклоне, словно просят усталую с них ношу сорвать. Позову всех друзей и по горному склону соберем, что природа решила нам дать. Поделили по совести, каждый доволен, только их еще много, собирай, не собрать. Нам достаточно, хватит, куда еще более. И тут вспомнил, как раньше за горы послать, в города и деревни, где мороз и метели. Там приятно всем будет посылочку скрыть и на стол новогодний пахучих и спелых с холодцом где-то рядышком в вазу сложить. Созвониться в 12, поздравления, улыбки, как обычно бывало, но только вот жаль, что сегодня отсюда мне даже открытки не отправить, увы, вашу снежную даль. А, вашу снежную даль. Это, знаешь, видите, видите, слушай, мой дорогой друг, знаешь, прочитай, ну, про собаки, что у тебя есть. Ты же наизусть знаешь это? Да. Это случай здесь, да, это каждый день такие случаи происходят, когда ты видишь перееханных собак, убитых, и они лежат, и не, я очень часто останавливаюсь, убитую собаку беру, отношу хотя бы здоровье, люди переезжают постоянно на один и тот же труп наезжают. Ужас с этим, конечно, да. Ну вот такой случай был. В больших глазах была мольба и боль, которая безбрежна. Рукой касаясь ее лба, я лишь на миг дарил надежду. А ей казалось, рядом Бог, пришедший вдруг из ниоткуда, на перекресток двух дорог, чтоб сотворить сейчас же чудо. Как объяснить, что я не Бог, что жизнь вообще-то злая штука, асфальт в крови, лежит щенок, а рядом плачущая сука. А, семья. Ох, давай, 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 брат, давай, читай. Вот, кстати, еще одно стихотворение как раз на этом было открыто. Это тоже о собаке, у меня был пес Шарпей, Панчо звали. И мне надо Панчо было, Вилла! Да, надо было ехать срочно в Москву, там какие-то справки, что-то делать надо было. И улетел, а он умирал уже. И там Руанцан, а Сашулюн, Ашемин, да. Давтовый чем сообщил, на ты соберу, мы уварит, разах, да, там и реки с болот, да болот, все, рак, а ручи вегас, машин, шарчи бригады, сидяги, метки, да, дзин, да, учим, да, дзин, да, да, соплазик, садат сахтелем, куда и митазы. Не хватает какой-то там справки, или штампа на рваном листке, две рубашки, коньяк в виде взятки, томик блока, лечу налегке. В город, где я затравленным волком жил когда-то, считая гроши, день за днем 20 лет, но вот только до сих пор не подбил барыши. И отсюда, удушливым летом, перепутав рассвет и закат, засыпая в кровати валетом, буду рваться скорее назад. Пса оставил, не мог я иначе. Позаботиться взялись друзья. Он оглохший, уже и незрячий.
Улетел я, конечно же, зря. И вот умер вчера рано утром. А ведь явно дождаться хотел. И теперь в настроении мутном. Не поверьте, совсем не доделал. Жизнь паскуда. Себя ненавижу. Справки, штампы теперь ни к чему. Я сегодня намного стал ближе к небесам. Ну, а значит, к нему. Аут, Витёр, ассаламу не задал. Аут. Ты что, слушай, давай, будь с другом, читай. Эхла, это он Алексей обхазит заминать, а вы битхом. Что-то есть это я, сам хиару ну арапер я, да? Чеху обхазит чхоровли, тварчеш. Дабадебули хар обхазит чхоровчеш. Асвете, мерве классам дымам чхоровли. А если Алексей, навды история, а мамука его, когда он или мезобели, мамука Георгиадзе, пленши его обхазит, да? Трос. Да, мисс история. Кольцо попал. Со мной еще два брата. Никто расстаться с жизнью не спешил. И смерть ушла. А в мареве заката хранитель ангел медленно кружил. Переговоры продолжались долго. В конце концов, надеясь на обмен, хоть и до слез обидно было только, мы все же согласились сдаться в плен. А утром в тишине нас по тропинке конвой доставил в горное село. Там плач стоял, шли траур на поминки. Народ на взводе, нам не повезло. И били нас, и поливали матом. Футболили кому не лень в пыли, как трех ягнят с доставкой прямо на дом в деревню на заклание привели. Вдруг женщина, сидящая у гроба, в котором сын ее единственный лежит, как пресвятая, позабыв о злобе, сквозь рев толпы чуть слышно говорит: «Не троньте их, они ведь чьи-то дети, мой мертв, его уже не воскресить, нет никакого смысла в лишней смерти, пускай живут, прошу их отпустить, нам подарили жизнь, как в доброй сказке, в горах под Гаврой, где-то высоко. Прости нас, мать, я выдохнул абхазски. Тебе без сына будет нелегко». Нелегко. Очень нелегко. Ну, еще одно стихотворение на эту тему. «Привет, мой друг. Привет, родной Сухуми. Мне утром ясным виден берег твой. И кажется порой, что из Батуми легко к нему притронуться рукой. Ну как ты там? Почувствовал свободу. Сейчас, надеюсь, дышится легко. Стал лучше жить. Нашел себе работу. Поют ли в ресторанах Сулико? Ты без меня пошел дорогой к цели. В надежде выйти к дивной высоте. Но может статься, что на самом деле, блуждая с курса, сбился в темноте. В порту твоем построят два радара. И базу под большие корабли. Обычную площадку для удара. А ты молчи и жди команду. Бли. Мне горько от того, что стал ты местом для недругом придуманной игры. И как-то раз одним небрежным жестом тебя отправят вновь в тартарары. И вот тогда, увы, настанет время, когда в чужом угарном бардаке твое утонет небольшое племя, как щепочек горочущей, грохочущей реке. Ох, ох, ведь анарды, а? Да... Может быть, Стасу дадим пару слов нашему гостю. Знаешь что, ты читай, а потом мы с Стасом разберемся. Да, Геннадзор. Так. Есть пару минут, да? Ну вот. И пару минут есть, и 20 минут, и 30. Нет, да, так. Загрустил, опять тоскую. Неуверенной рукой я по памяти рисую. Акварелью дом родной, где кавказских гор вершины небо режут пополам, а ущелья как морщины или сердце рваный шрам. Виноград почти созревший гроздьями стучит в окно, словно просится сердечный превратить его в вино. Мне бы рвануть за облаками, не задумываясь вдаль, с посидевшими друзьями за столом убить печаль и признаться первым тостом не во сне, а наяву. Сакартвелу, я ведь просто без тебя не проживу, без церквей твоих старинных, песен, танцев, языка, без застолий щедрых, винных, пропаду наверняка. Право, медленно. Много песен о городе теплом пропета. Вот и мне захотелось о нем рассказать. Постараюсь, друзья, сразу после рассвета хоть частицу души вам его передать.
прогуляемся улочкой, старой горбатой, растворимся среди добродушных людей, ощутим запах ури и вкус лимонада, на трамвай «Динамо» махнем поскорее. После матча веселой, гурьбой с друзьями, обязательно надо хинкальной засесть, и хинкали перченые прямо руками, обжигаясь под водку столичную съесть, охмелев вспоминать имена тех поэтов, кто бывал здесь и городом этим дышал, на плацмете прилег отдохнуть грибоедов, но опушки на пять подорвался на бал. Александровский сад утопает в сирене, кто-то лишнего выпив, устроил скандал. А колоточный бросьте, ведь это Есенин, а не бог его весь там, какой криминал. Мы, пожалуй, закончим прогулку на этом. Почему-то весь день говорю о былом, не срослось, не случилось. Сегодня поэту до конца поделиться тбилисским теплом. Тбилисским теплом. Дигарь Хармеха, чему карго эрти лекси, если мецкеба, мэра. Шен чему тбилисо, ყველასთვის ანატრებო, იცოდე, არავის გავხარ, ობლად დარჩენი, უბედურ ქართველებს, მხოლოდ ერთადერთი გავხარ. იცი რა არის? ხო, საშინელება ხდება რა. ნელ-ნელა ეს ცხოვრება მიდის, შემოკარგო და ესე იგი ვხედავ, რომ ნელ-ნელა თბილისსაც ვკარგავთ, ეროვნულობასაც ვკარგავთ, კაცობასაც, სიდიდე ნამუსაც და მე როგორ მინდა იცი შემოტარიელ. Мы меня простите, сейчас я на секундочку на грузинском, я буду говорить, а после это переведу, я все. Мы эти эсэти лекси мак, таре шенцем, мы поэти аравар. Там же бама за цал, смотри, эти лекси мак эсэти. Мы с мы утрани от гада цункац, профессорс, зал кахиян, удидес миллионы бас. Калакши дадио да кацида, так конда печабит мзе. Садац гайвили да харом да хвавили балахи хе цави да каци да цайго холот ис шемзарави дре севдит ацилев да самаренде шублзе моцимцинемзе титко шемтховит дарчао сикетит да хунзулули хе эрти хе гвегона дагвитова да турме დაგვიტოვა დღე, რაც მაინცე უნდა იცხოვროს, რომ ზე უნდა დაქონდეს ბეჭებით და რომ წავა ამ ქვეყნიდან, სიკეთის დღე უნდა დატოვოს. აბა წაგვიკითხე კიდე. ახლა მას სიმწავეზე არის ლაპარაკი წავიდა და სამშობლოზე რა ვიცი ხო მეც შეკაიგოთ და მეტი რა უნდა შეგწუხდეთ. ავსტრალიაში გუშინ ოფიციალურად მიიღეს. კაცმა კაცი უნდა მოიყვანოს სრულად და კალმა კალი. როგორი საყურებელია წაკუზული კაცი, საძიძღვრება და აი ეს მისაღები უნდა გახდეს ქვეყნისთვის. შემარცხვინე მე ავსტრალიაც და ყველა ქვეყანა სადაც ამას მიიღებენ. Да, кто-то здесь посеял зло. Вот оно и проросло. Сквозь брусчатку площадей под ногами у людей. Заржавели и пусты от души к душе мосты. И уже отводит взгляд, повстречавшись с братом брат. И предать тебя готов каждый здесь без лишних слов. Ведь в таинственном бюро раздают вновь серебро. Мне смотреть на образа стыдно, выколю глаза. И зашью себе уста до пришествия Христа. О, браво, браво. Да, пришествие Христа. Эх, Рари. И что самое главное, вот я... Я ненавидел государство Америки во время Обамы и Байдена. Когда Байден выступал и говорил, что всему миру случай вот так. Что учите в том государстве, где будут препятствовать тому, что мужчина женится на мужчину или женщина на женщине, с нашим государством будет иметь большие проблемы. Это он говорил в течение 3 месяца, каждый день на разных каналах. А Обама, он приветствовал этому президенту. И поэтому было, что из какой-то страны негр, черный, достойный мужик, президент, ему прислал письмо, что хочу на тебя жениться. Это знает весь мир. Это весь мир знает. Что за ты государство, когда твоему президенту да, говорят, что какой-то там из джунглей, говорят, что он хочет на твоего президента жениться. А вот сейчас, теперешнюю Америку я приветствую. На колени ставят пизды, потому что там мужик пришел во власть.
который говорит, что хочет, чтобы... Нет, я не знаю, сомнительно или нет, что он говорит, что я хочу, чтобы люди поддерживали и христианство, и то, и другое, чтобы люди ходили в церковь, мечеть, везде, чтобы были достойными мужиками, чтобы в армии не служили гомосексуалисты. И трансвеститы или что-то. Ну это да, эта тема нас с тобой, особенно тебя сильно волнует, это я против однозначно. Я знаю. Этих самых браков и всяких там... Да, и вот ну, ради... такая Америка, сколько нет, я все говорю, что такая Америка, такую Америку я приветствую. Где мужики будут ходить, вот я в этом плане, да. Несколько раз выступал и говорил, что Путину, как я сейчас буду приветствовать его... на деянию в отношении Грузии. Нет. Но в том плане, что он вот никогда не допустит, чтобы были женитьбы мужчины с мужиком, мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, я в этом плане его приветствую. Полностью с этого снова. Да. Прошу. Ну, например, такое, что творится. По египетской пустыне, где когда-то первый гид вел народ, там я сегодня, 300 баксов взят кредит, метр за метром, с банкой Пепси, изнывая на жаре, полз протоптанным маршрутом исторической горе. На горе перед рассветом, тихо четками шурша, стал я всматриваться в небо, напряженно, чуть дыша. Бог пришел без лишней помпы, по-простому, по-людски, джинсы фирмы Леви Штраус, Найк, футболка и носки. И позволил сесть мне рядом, несмотря на сон, на сам чин, на сам печин. Профиль, вылитый Джон Леннон, вот ты крест, один в один. Говорили час не больше, ведь турист не Моисей, с ним тогда он целый месяц разбирал житье людей. Вроде бы все порешили, много тысяч лет назад, только Боже, почему ты? Убивает брата брат, только голод и разруха, ложь, разврат и воровство, и все меньше тех, кто верит. Вифлеем и Рождество. Не суди туриста строго, грош цена моим словам, но как прежде мутит воду провокатор Валаам. Давай, братуха, читай. Сегодня твой день, и ты посвятил эти стихотворения нашему батум и аджатцам. Давай, брат. На тему Америки. Это иронические стихи. Да, я понимаю. Написаны о событиях, по-моему, в 1975 году, как впервые нам приехала американская выставка в Тбилиси. И помню, о Армах. И я помню это прекрасно, посетил эту выставку. Огромные очереди там давали целлофановый пакет Marlboro. И жвачки раздавали, и толпа убивала друг друга. Да, друг друга. И мы не верили, что вот эта выставка, на которой все это стоит, их там дома, квартиры, машины, техника. Что это что на самом деле так? Да, я думаю, что по одному экземпляру имеют, привезли нам просто показывать, что вот так мы живем. И вот стихи, наверное, шуточные стихи, ироничные. Я психовал, крича америкосу, не тронь святого, не неси пурги. Мы первые в космических вопросах и лидеры по вырубке тайги. Кто кроме нас мог быстрых лет течения, махнув рукой, перенаправить вспять? Мы старимся в процессе книгочтения, а вы двух слов не можете связать. Вам хорошо за теплым океаном, а нам не очень в вечной мерзлоте. Не повезло индейцам-магиканам, зато якут давно живет в мечте. Мы били Гитлера, Антанту и монголов. Холодная война душила нас. Не надо мне про времена раздоров. У вас такое было только раз. И вот теперь вы смотрите лениво, дымя сигарой и давя икрой, когда мы здесь в ларьку с названием пива толпой рвемся, как последний бой. Не надо мне бесшумным пылесосом и этим телевизором с пультом водить как бы приманкой перед носом, пытаясь дух мой подорвать при том. Я не славлюсь, но взяв пластину жвачку и размалеванный рекламою пакет, пойду домой, краснея от подачки, в кармане щупая вспотевший парк. Игорь. Давай, братуха, давай. Ну, может, хватит? Нет, не хватит. Не хватит. Это хватит тебе, а нам нет.
Ну, раз здесь присутствуют друзья из России, из Москвы, есть у меня про вашу жизнь тоже несколько стихотворений, с вашего позволения, озвучим. И это тоже. Вы не против, господа? Конечно, не против. Да, сейчас, секундочку. Реет солнце в окна. Ну что же, все будет чудненько, ребята. Торжественно, как Дед Мороз, объедет ночь электорату с экрана глав единорос. Он поклянется, гадом буду, что мол, в 17-м году без проволочек и повсюду любую воплотит мечту. Поверить сказке Южный Сочи и рулевой страны добил, что все проблемы, между прочим, создал газдеповский ИГИЛ. Жизнь хороша и без томатов. Не купишь нас за помидор. Мы согласились всей палатой не ездить больше за бугор. Зачем нам вражеские пляжи? Теперь в Крыму, который наш, спокойно гордый русич ляжет на самый лучший в мире пляж. Плевать на происки ОПЕКа, хоть и казна почти пуста, известно, в середине века нефть будет стоить больше 100. Ну а пока гуляй, Россия, держись, как прежде, молодцом, и верь, что в Новый год Россия тебя накормит холодцом. Холодцом. Вот ты и являешься молодцом. Да. Давай, брат, прочитай. Мой дорогой Гиви, наш общий друг Вахок Лонти. У меня есть три посвящения. Ну, одно из них шуточное посвящение. И я спросил разрешение у него, что можно ли публиковать это стихотворение, посвящение девушке в такой форме, в этой книжке. Он говорит, да, можно. Я прочитал, и он сказал, да. Да, да. Да, вот он пишет. Знаешь, как он долго и красиво может говорить тосты. Да. Бесконечно. 2 часа с половиной. Ты же знаешь, как он играет в нарды и что происходит в это время. Ты же знаешь. Когда я выигрываю у него, он хочет повеситься. Да. Но я не даю разрешения. Тоже, да, мы тоже, когда проигрываем. Я выбросился с 5-го этажа головой, когда проиграл. И вот я такой, не знаю, с его согласия опубликован это стихотворение. Он часто ко мне приходит домой, особенно когда я болен. И играете в нарды. Да. Устав от правды и неправды, поэзии и непогоды, купив бутылочку и шпроты, зайдет ко мне сразиться в нарды. Я проиграю, что не ново, с большим разрывом, неприлично, супруга с кухни, как обычно, объявит нам, что все готово. И он начнет, поправ все госты, издалека, мудрено, тонко, безостановочно и долго произносить подводку тосты. А мне придется не переча, все это молча слушать снова, без права вставить хоть бы слово в поток витиеватой речи и размышлять, смотря на стопку, что если взять сейчас бутылку и, приложившись по затылку, закончить эту нервотрепку. Почувствовал дурные нотки, и взгляд убийцы мой приятель нажмет на нужный выключатель и наконец-то хлопнет водки. Великолепно, давай, давай, да. Бодика ехала, сарам модебный. Сейчас мы перейдем к нашему другу, к нашему гостю. Мой дорогой, ваше имя? Станислав Свинцов. Вы из Москвы, правильно? Да. Что за организация ваша? Ну, я работаю на Авторадио. Авторадио, да. Станция общероссийская, коммерческая. Но сейчас я здесь не по делам радиостанции. Совсем. Нет, просто приехали, да. К вашему другу и снимаете его, правильно? Да, в данный момент я представляю небольшую такую съемочную бригаду независимую.
мы снимаем документальный фильм о поэте Кирилле Скворце. Хорошо, о нашем друге. Что мне интересно вот сейчас вот в России, как я даже забыл русский язык уже постепенно, потому что я не знаю, знаете, что я очень люблю русский народ, русского мужика, русскую женщину, детей русских, взрослых, стариков, всех. Но я не понимаю политику России в том плане, только в одном я не буду о политике говорить, что что за ум это придумал, чтобы закрыли они для грузинов границу уже 25 лет. И когда я выступаю по телевизору и говорю, что люди, молодые, молодежь, вы не знаете, какие люди русские. Вы не знаете, что такое Россия, это прелестная страна, это такая всякая. Они смотрят на меня и думают, что я, или я какой-то глупый, или с ума сошел. Нет, в полном смысле этого. Слово, да потому что 25 лет наша молодежь не видит, они не знают, что такое Россия. Вместо того, чтобы они открыли бы Россию, границу, как у нас открыто для вас, и дети бы учились в вузах там, в школах, приезжали бы в туристических лагерях, все, и узнали бы русскую душу, и полюбили бы русского мужика и русскую женщину, они вообще, они знают сейчас Америку и знают Европу. Ни Америка мне не нравится, ни Европа. Мне нравится Россия, лично. Но ему или ей не докажешь это. Я прав или нет? Да, я хочу сказать, что это, конечно, лично я считаю огромной исторической ошибкой, ошибкой причем трагической, поскольку столько лет, там почти два столетия, связывают, значит, Грузию и Россию. Это два великих народа, древние культуры. Христианская вера. Христианская вера, да, совершенно верно. И наши истории наших народов тесно переплетены. Но я могу сказать со своей стороны, что мне кажется, что эту ошибку мы обязательно, я имею в виду, Россия когда-то исправит. Это все, мы же с вами прекрасно понимаем, что это какие-то политические игры людей, которые на самом деле преследуют свои собственные интересы. В полном смысле этого слова. Я хочу заметить, вы все правильно говорите, но хочу заметить, что есть позитивные изменения, которые происходят вот там на протяжении последних лет, которые лично я вижу. Ну, во-первых, смотрите, еще там 10 лет назад из России туристы не приезжали. Приезжали в Грузию. Посмотрите, что делается сейчас. Да, уйма их. Сейчас, да. Каждый все время добавляется и добавляется. Правильно, полностью из этого. Из Санкт-Петербурга, там, из Ростова-на-Дону, Тбилиси прилетают. Полностью из этого слова. Да, в Батуми. И происходит так то, что называется народный Сближение народов, да, народная дипломатия. Что самое главное, если есть народная дипломатия, ни одна политическая дипломатия не устоит перед этим. Вы хотите это сказать? Да. Конечно. Люди, те, кто побывал из России в Грузии, возвращаются домой и рассказывают своим знакомым о том, какие замечательные люди живут в Грузии. И что особенно приятно, и в Батуми это ощущается даже в большей степени, чем, например, в Тбилиси, здесь не забыт русский язык, не забыта русская культура. Мы так или иначе с этим сталкиваемся все время. Ну вот сегодня мы сидим, я русскоязычный, почему? На грузинском телевидении. Да, читаю. Я хотел еще два слова сказать, как раз вот Тырел в данном случае. Если мы можем отделить Тырела человека от Тырела культурного явления. Почему, например, мы сейчас снимаем фильм о Тырелле? Потому что вот одна из книг, первых книг Тырелла называется «Мост». И его творчество является именно таким мостом, который на сегодня перекинул. Правильно. Из Грузии, да, в Россию. Две великих культуры, которые исторически переплетены. И в данном случае мы видим абсолютно грузинского поэта со своим именно национальным колоритом и темпераментом. Но при этом слышим вот эту русскую речь, в которой мы, безусловно, находим следы творчества русских поэтов, да, ну, в первую очередь, там, понятно, что Сергея Есенина, например, да,
и других, это голоса, которые мы слышим из Серебряного века, сегодня, да, из уст грузина. И это очень интересно, мне кажется, с культурной точки зрения. Обязательно. Вот, собственно, я и говорю, что позитивные изменения все равно есть. И я абсолютно уверен, что в ближайшие годы мы должны увидеть какой-то прорыв в этом направлении. Хотите, я вам скажу, вот я 3 года тому назад был в Благовещенске. Там проходит такой фестиваль, который называется «Амурская осень». И я был там член жюри на этом кинофестивале. И антепризные эти еще театры. И Шукшина, Фёдосова Шукшина была председателем жюри. И я там прочитал такое стихотворение, прямо на сцене, когда закончилось уже, закончился фестивал, уже последний день. И я наградил, значит, девушку, которая взяла первое место. Вообще-то должна была бы наградить Фёдосова Шукшина. Но она мне сказала, что Гиви, цену женщин, как грузины знают, мужчины, никто не знает, давай ты награди. Я говорю, неудобно, все знают, что вы даже... Нет, давай сделай добро, ты говори. И я зашел на сцену и сказал так, я знаю, что сегодня грузинско-русские отношения немножко холодными стали, все там, но хочу вот прочитать сейчас, я сказал, такое стихотворение. Мы любовь свою схоронили, крест поставили на могиле. Слава Богу, сказали оба. Но вдруг встала любовь из гроба, укоризненно нам кивая. Что ж вы сделали, я живая. Я думаю так, что ни одна сила не сможет загнать ту любовь в гроб, которая была споков веков между Грузией и Россией. Но одно я не могу простить политикам России, что они закрыли совсем дурным образом закрыли границы для нашей молодежи, которые хочу, чтобы знали бы так Россию, как я знаю, и полюбили бы его так же, как я люблю Россию. Ну да, получается, что за эти годы выросло поколение, которое о России знает совсем немного. Да. Вот. В полном смысле этого. В этом происходит, да. Образ врага и лаба. Образ врага. Да, разрыв поколений, конечно, есть. Большое спасибо, что вы сегодня приехали к нам в гостях. Давайте сейчас мы снова перейдем к нашему другу. Чудоба, Ратмаундам, Тавари Рамия, Сайтов, Чуэтвис Матокьяра, Сайтов Соплюс. Соплюс. Хорда Алексия Мазия. Предчувствие глобальной заварушки в 2017 году я украду прицел от главной пушки и закопаю у себя в саду, в таком, где мандарины и инжиры. Где соловьи поют, и никогда людей не строят строго по ранжиру, колонны направляя в никуда. Военачальники возьмут лопаты кирки, миноискатели т.д. т.п. вскопают сад, сотрут до дыр ботинки, но не найдя, объявят о ЧП. Допрос их будет строгим однозначно. Я не открою маленький секрет, да будут бить и материться смачно. Но миру мир, вот мой приоритет. С улыбкой на глазах такой смиренной, от Моны Лизы, Кришны и Христа, останусь в памяти для всей вселенной за тот прицел, зарытый у куста. Ракаргия. Давай. Рака, за тот прицел, зарытый у куста. Ну вот. Вот билет на экскурсию в ад. Ненадолго. К тому же бесплатно. И прицепом к нему автомат. Постреляешь, вернешься обратно. Там зарплату получишь втройне. И отправишь на мамину книжку. Как тогда, на чеченской войне. Что сейчас-то мешает, братишка, а
в натуре. Чего здесь теряет? Не сегодня, так завтра покойник. И рванет растуды твою мать за баблом отставной подполковник. Подполковник. Аллах Акбар, Господь велик, оповещают минареты, и гнет колени в этот миг треть населения планеты. Под колокольный звон церквей, полмира к образам взывая, мечтает на исходе дней встать у открытой двери рая. У всех как будто в сердце Бог, и ценности одни и те же. Так почему же все не прок, и торжество добра все реже? Течет по минаретам кровь, и ее залиты иконы, а в храмах лицемерно вновь мы продолжаем бить поклоны. Мы продолжаем беспоклонно. Я устал слышать треп отвратительно сладкий, захлебнулся в потоке цинизма и лжи. У шакалов и то благородней повадки при разделе угодий полоской межи. Тяжело жить в пространстве, испачканном кровью, где соседствует рядом бессилие и боль, под прогнившей давно неустойчивой кровью, и при этом пытаться играть свою роль. И такая тоска от мышиных разборок, бесконечной возни, что вокруг пирога, но приходится с этим жить рядом бок о бок. Не уйди же от родины, снова бега. Тема Гарго, знаешь, что вот сказано, приказ Омара Хайяма, есть вот такие строфы еще. Чтобы мудро жить, прожить, надобно знать немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем с кем попало. Как прекрасно, когда люди находят друг друга, друзьями становятся. Очень трудно, хоть будешь иметь миллиарды, и будешь один ходить, это то же самое, что ты вообще самого себя тоже потерял, не только что приобрел. А счастье, когда рядом друг, и знаешь цену этого друга. Вот об этом и есть твоя поэзия. Давай, дружище. Ну, опять же, на эту тему. Еще одно стихотворение, друг, и мы уже разойдемся, как море и корабли, до завтра. Веселое, наверное. Ну, вот такое доброе стихотворение, воспоминания детские, такое ностальгическое, да? Давай, братух. Первомайский праздник, солнышко в окошке, белыми цветочками разбросался сад. Из платочка рублик бабушка в ладошку не давала помниться много лет назад. Белые рубашки, фарточки в крахмале, красные полотнища, транспарант вождя, после демонстрации галстучек в кармане, и играет радуга в капельках дождя. 5 копеек жвачка, 10 булка с маком, петушок на палочке, семечки в кульке, туфли заказные, сверху крытый лаком, шарики воздушные в маленькой руке, маски Фантомаса, усики Чапая, дефицит открыточек, чувственный Лорен, дым от сигареты, ставленка в сарае, и пока не дует ветер перемен. Чемо, мой дорогой Тарел, спасибо тебе, что ты со своим другом вместе был сегодня наш гость нашей телевизии. И хочу сказать одно, что когда человек может писать о тех чувствах, которые в твоей книге вот разливаются, клянусь. Это все любовь, это все на одном дыхании это все написано. Я же знаю, что ты об этом не думаешь. Ну да. Не твои мозги думают, а твоя душа думает. А после твоя душа передает мозгам, и вот сочиняешь вот такие стихотворения. Спасибо тебе, что вообще ты есть. На этом все. Спасибо тебе, мой дорогой. Спасибо из-за того, что поэзия никогда в Грузии поэзия не умрет и не станет оболирогорари. Сиротой, пока мы здесь такие парни, как ты, такие поэты, как ты. Спасибо твоему другу, что приехал, из-за того, чтобы Россия узнала еще раз о своем талантливом поэте, который живет в Грузии, грузин, но душа у него посвящена
российской поэзии, русской поэзии. И хочу сказать так, что есть вот такое маленькое стихотворение. «Шел я трезвый, веселье искал и вина. Вижу мертвая роза сухая и черна. О, несчастная, в чем ты была виновата? Я была чересчур весела и пьяна». Я хочу, чтобы ты никогда чересчур веселым не стал и чересчур пьяным. Чтобы всегда думай о своей родине, о своих друзей, о людей, о собак. Всегда не перебарщивал ничего, только перебарщивал в чувствах. В чувствах и в чувствах. Вот я тебе это желаю. Новым годом. Поздравляю вам с наступающим Новым годом. Спасибо. Мадлоба, чехсмак, уребусов, вы уребдик, да вы сведите. Каргат, сам не будет.